Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть игру под названием Зубы. Будем играть сегодня на льве, в скине Саванне. В стандартных боях, в общем, будем сегодня разваливать. Мне нужно сделать победу с максимум убийств. То есть, нужно очень постараться в этот раз. Наверное, в стандартном бое я все-таки возьму колдиталина. А льву он пригодится, лев не такой много хпшный, как хотелось бы, да? Все-таки он больше как танк у нас в игре, но все равно. Нитролук, конечно, самый домашний артефакт для него. Ну и зубы вампира, чтобы он хилился, потому что хил для него это важно. Ну и ботинок, чтобы хоть мог двигаться в кустах. Ну и погнали, посмотрим, что получится. Я надеюсь взять хотя бы 3 тупоти. Ну как всегда, надеюсь, да. А там попытится какой-то 15 уровень, скажет, до свидания. И я уйду, короче, это самое, да. Ладненько. Зона у нас проблема, потому что я не попал ни туда, куда надо. Да, проблемка есть проблемка. Лута никакого нет. Ай, прекрасно, прекрасно. Ну ладно, выживем как-нибудь, надеюсь. Так, сейчас зайдем, глянем под домик, может тут что-то лежит. Опа, лежит, не зря зашел. Сейчас немножечко сделаем мув такой интересный, вот так вот. И побежим под этот. Вот, дробовичок. И теперь можно уже врываться в основные кусты в эти. И искать там себе ботов и аптечки, и противников. В принципе, мы 10 уровнем. Сейчас уже вторая неделя, сейчас достаточно много меньших уровней попадается на этом рейтинге, то есть у меня еще рейтинг 1000 с чем-то. Поэтому есть шанс, что, ну, не сильно такие жесткие ребята против меня будут попадаться, поэтому можно их будет поубивать. Баг убивает легендарного бота, это проблема, потому что если баг сильный, то мне будет... Ну, копье ладно. Копье это ладно, был бы там, была бы там гранатка, была бы там еще какая-то штука, была бы проблема. Я слышал, как кто-то только что забрал дроп, но не знаю где. И это вроде был дробовик, короче, непонятно вообще. Никого не вижу вообще просто. Они где-то там друг друга убивают, а я никого не вижу. Алло, вы где все? Не, серьезно, никого нету? Так, теперь мы красиво убегаем. Утаем аптечку. И опять красиво убегаем. Как бы драться было бессмысленно против 10-го бака, плюс там еще кто-то был, пусть они между собой дерутся. Я мог бы его словить еще раз на стан и унизить, но... Видите, кстати, проиграл баг. Точнее, баг выиграл, проиграл Никс. Для меня это проблема, потому что, ну, как бы, я собирался драться лучше с Никсом, чем с баком, но... Что есть, то есть. Опять баг убивает там всех. Ох уж эти баки, а. Джейд выехала за бачком. Меня игнорит, ну и ладно. Я и не против. Пойду своей дорогой. Ну, как пойду своей дорогой, их просто сбоку сейчас зайду, все. И буду здесь встречать. А тут я, тут я. Опа, споймал собачок. Джейдушечка решила бежать, пока есть возможность. Мне повезло очень. Убежала без хвп практически. Побегу за Джейд, потому что мне так удобнее. Бежи, бежи, как лев. Ну это тигр. Куда ж ты бежишь, Джейд? Куда ты бежишь? От меня не убежать. Ох уж это Джейд. Джейд убила Джейд, понимаю. Понимаю. Попал я станом. Закидываем так. Сбегаю за луком, короче. Ну, хпшки я потерял немножко. Да, по сути. Ну, вы сами все видите. А вот золотой лук получил, как бы. Ну, это бонус хороший такой. Идем пока что не агримся ни на кого. Смысла нету. Адекватная, Лизя, адекватная. Чё могу сказать, адекватная. Пока что все нормально, пока можно припугнуть Джейд. Они что, вместе играть, чешу? Не понимаю. Ну чё, остался баг. Ну блин, ну какой же халявщик, а?
Е-бой. Че, он думал, с легендарным копьем не сможет затащить? Ха! Наивный. Три килла? Это проблема, потому что мне надо было победить с максимумом киллов, как вы видите, да? А у меня всего лишь три. Ну ладно. Окей, на льве может не зайти. Может. Я в этом, в принципе, не сомневаюсь. В принципе, те же баки, да, выйти, они более жесткие. Плюс, наверное, этот квест лучше выполнять в легких боях, потому что там меньше противников. Вот же пингвинская морда, а. Ну, сейчас мы за Никсом пойдем. Крабик Эрл 11 уровня, понимаю. Никса словил. Забираем аптечку, отлично. Плюс аптечка. Че, офигел хамелеон? Офигел. Офигевший хамелеон, конечно, капец как. Ну ладно. Я, кстати, видел краба, но он 11 уровня, и он где-то скрылся резко. Не знаю, этот Никс убил его или кто. Блин, Никса фиг догонишь. Вот реально, Никса фиг догонишь. Будем их ловить, короче, на подходе. Зона идет к нам, как я видите, уже там немножко зоны показывают, да, за карты прям, когда нажимаешь на нее. Так, по дропу в принципе сойдет, по хпшке сейчас потерял много, пока дрался, да? Никс подбирает легендарный гранат, это проблема. Проблемка. Вижу там ботик что ли ходит, серьезно? Так, отлично, хиляемся. Я, наверное, сейчас от бота получу больше урона, чтобы все эти три аптечки полутать. Ты смотри, какие они там, а. Сейчас будет проблема, если Никс заберет аптечку. Нужно под бота подстать. Теперь можно идти дальше, драться с пингвином. Боже, какой везучий пингвин, а. Еще смешного. Ну, босс. Пингвин может порискнуть. В принципе. Я могу тоже рискнуть с пингвином. Боже, не попал. Понимаю, пингвин, понимаю. Я ульту кастану, мне пофиг. На пингвина. Типа выплывет, не выплывет, посмотрим. Не портит пингвина. Выплыл все-таки пингвин. Я думаю, он сейчас здесь проплывет. Гад. Вот же гадская морда, а. Видели? Видели, успел проплыть, да? Ну я ничего, я ему устрою. Я этому пингвину устрою. Он мне еще ответит за свою дерзость. Дерзкий пингвин однозначно. Надо, короче, под ледовый дворец валить. Под эту. Не помню, как ее называют. Ну, не суть. В общем, сейчас под нее завалимся. Я, в принципе, плеваю. У меня тут ускорение от зоны, ускорение от урона, да? От ярости. У льва тоже есть ярость. Сейчас будем пингвина убивать. Я спрячу специально здесь. Он когда заплывет, я ему бахну. И он осознает, что сделал ошибку. Так, Брюс сюда идет. Брюс, ты что-то не попутал район. Райончик попутал. Слышь? Райончик! Брюсик, райончик, ты попутал, конкретно просто попутал. Тебе бы прогуляться отсюда, Брюсик. Забираем лут. И ждем. Ну и чё? Да. Пингвин, который был не очень дружелюбным с головой. Я из-за него, походу, квест не сделал, да? По максимуму убийств. Да, не сделал. Ну, как бы вы все видели, он просто был неадекватный, поэтому.
Ой. Пингвин, который не может попасть в тебя луком, это пингвин. Так, Никс тут, смотрю, 9-го. Ботик не задавайте. На ботика тогда пойдем. И потом за дробовичком. Да, тут на бота Никс агрится. Надо бы подождать, наверное. Да, какой дерзкий Никс, а. Дерзкий Никс. Наверное, пойдем в нижние кусты, скорее всего, вот эти вот. Мне нужны аптечки, мне нужен дроп более лучше. Ну, давайте, ладно, бота по дроге ждем туда. Ну, может быть, даже не одного. Так, ну, хп-шку потерял. Теперь можно убивать бота. Ну все, видите, вот плюс одна аптечка, как бы, мне. И минус одна аптечка противнику. Бак, забирать легендарный... Вот это проблема. Вот это реальная проблема. Возможно, там баг 10 уровня или выше. И... Да даже 9 уровня баг это проблема. Если его не смогу раскастовать, ну типа там стан, закинуть все, что в него есть, и потом красиво через ускорение от кустов убежать, то ну будет больно. Будет больно очень. Я не знаю, выживу, не выживу. Так, выехал за Брюсом, короче. Вот таким вот чудесным образом. Вот так вот сейчас станем. Если кто-то подойдет, я сразу ультану. По идее, меня не должны, ну, фокусить в этом месте конкретно. Поэтому, в принципе, должно получиться все хорошо. Либо же можно эти две аптечки бросить и пойти себе дальше, пытаться что-то залутать и более сейвово сыграть. Так, вижу Никса. Сейчас он прыгнет. Конечно, я в него не попал. Вы поняли, да? Конечно, я ульто не попал. Ульто не попал. Прикольно. Но это Никс, он быстро просто убежал, потому что у него моментально все подбирается. Ой, ну да, не рассчитал я этот момент, конечно. Ну что ж поделать. Что ж поделать, все не рассчитать. Такс. Ладно, ну хотя бы от одной аптечки мы избавились. За счет того, что я покоцался. Будем сейчас Никса ловить. Не знаю как, то есть скорее всего, если он будет прыгать между кустами, то это будет, например, вот отсюда, вот где я сейчас показываю, да, и вот сюда. И по идее я должен его как раз ловить на стан. Ну, по идее, да. Но это тоже не точно. Подождем. Самая сейчас опасность. Ну, он там... Вот, блин, проблема. Вроде бы берут топ-1, знаете, да? А киллов-то нету. Потому что персонаж не рассчитан на киллы. В плане того, что он агрессивно не может играть, потому что у него... Возможность игры только в кустах тех же, да? Что тут, что тут. Ну и по сути все. Остальная агрессивная игра будет только наказана потерей хп-шки. И возможным проигрышем. Поэтому... К сожалению, наверное, квестик на максимум убийств придется выполнять на другом персонаже. Ну, посмотрим, чё уж. Там Ариэл. Ариэл против бачка. Чё-то бачок убежал, не захотел со мной драться. Ну ладно, я тоже с ними хочу драться. Опять выстрелили, да? Мне главное было немножко так понаглеть. В принципе, я дроп взял хороший. Там дробовик был серебряный и лук золотой. Забираю 9-й Брюс дроп. Ну, я заберу золотой дробовик. Пусть они там с Никсом развлекаются. А я здесь постою, посмотрю. Потом просто выйду, ультану и как бы, ну, закончим эту карточку, изи. Брюсик там бегает. Главное, станом не промахнуться, если чё. Во, идет Никс. Наверное, стоит все-таки Брюсика продамажить, у него легендарный дробовик. Хотя Никс его может подобрать. Изи победка, ребят. Все идеально сделал. Да, киллов немного, всего лишь 5, но какой идеальный. Как идеально все сделал. Идеально, качественно. И 3 топ-1 взял. Реально? Просто на изи какие-то. Просто на какие-то изи берете 10 уровень, берете 3 топ-1 в адекватной игре. Ну да, немножко нудной, немножко. Но это более правильная игра. Если бы вы были в 16 уровне, просто бы хотели всех убивать. Да. Но у нас же на льве 16 уровня против 8-х, там 10-х. Все равно было бы проблем, потому что тот же пингвин может очень больно делать. Ну и так тому подобное. А это будем заканчивать, ребят. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.